Самый желанный адрес Нью-Йорка – пентхаус по адресу Central Park West 15. На днях стало известно, что квартиру купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Однако по новой информации сделку заключила 22-летняя дочь миллиардера Екатерина. Она учится в одном из расположенных в городе университетов и решила, что пора обзавестись местом, где можно было бы осесть. 626 квадратных метров проданы за 88 миллионов долларов. Это самая большая сумма, уплаченная частным лицом за квартиру в Нью-Йорке. Здание расположено напротив Центрального парка. Роскошные апартаменты опоясывает терраса, а внутри располагаются два настоящих камина. Квартира принадлежала бывшему председателю правления корпорации Citigroup Сэнфорду Уэйлу.